Сегодняшняя наша задача – исправить вот такой пылесос. Грудь, машинка. Машинка, грудь. Ага. И этот. Вот здесь проблема в том, что, видите, здесь шланг оборвался, испортился. Нет! И здесь шланг испортился у нас. Сейчас надо его разобрать. Бедный колосик, грудь. Бедный колосик, грудь. И исправить. Работа чуть-чуть сложноватая. Его надо будет полностью разобрать. Здесь паять надо будет, по-моему. Ну, сейчас разберем, посмотрим. Я его отделю от пылесоса. Эта часть у нас вот так отделяется. Вот. Такая штуковина. Вот здесь имеется у нас вилка. К этой системе как раз таки. Вот не было бы этой системы здесь, было бы проще. А из-за того, что вот эта система имеется, сейчас надо будет здесь соединение сделать и обрезать, исправить. Все, пылесос убираем в сторонку и начнем отсюда.
Thank you.
Мы исправили полностью пылесос, ручку. Здесь лишний отрезали. Вот не нужно испорченные с этой части, с этой стороны. И этот. С этой стороны я его трогать не буду. Здесь как-нибудь я его отремонтирую. А с этой стороны уже исправили. Честно говоря, очень тяжелый процесс. Легче будет купить новый, подключить. А так можно и эту часть тоже исправили полностью. Его резать не стал, потому что укорачивается шланг. Укорачивать тоже не хотел, поэтому решили таким способом его усилить. Он уже не растянется. Эту часть тоже закончили. Полностью собрали кнопку. Сейчас подключим и проверим. Давайте, вот наш пылесос. Эта помощница нам чуть-чуть мешает. Сейчас мы его подключим. Вот, и проверим. Вот. Работает наш пылесос. Удачно. Готово. Удачная получилась работа. Честно говоря, мучительная,
легче, намного легче его покупать новый, чем его переделывать. Но переделать тоже можно. В случае, если имеется желание у человека, то переделать можно. Эта часть у нас не крутится. Эта часть у нас не крутится, она и так не крутилась. Здесь контакт имеется, вот как положено, все работает. Все. Если вам понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал. Узнаем много чего интересного и полезного для себя. Пока-пока. Пока-пока. А ну-ка. Пока-пока.